счастье. Может, кто-то подумает, что это безумие. Но я всегда хотела собаку. Оказалось, что я хотела не одну собаку. В итоге оказалось, что я хочу просто кому-то помочь. Да, конечно, животное в доме – это своего рода тюрьма для животного. Но учитывая, что мы живем в городе, учитывая, что вокруг очень много ненавистников животных, я думаю, что у моих животных тюрьма достаточно комфортная. И да, мне какое-то время было трудно. Это ведь необычно, когда у женщины полный дом собак. Кто-то думает, что это несчастье. Кто-то думает, что я несчастлива в семейной жизни. Ну, может быть, и так, конечно. Но смотря с какой стороны посмотреть. С ними я чувствую себя свободной.